Всем привет, я Нойскина и добро пожаловать на мой канал. Сегодня в этом видео я хочу объявить розыгрыш 3 наборов материалов, которые я подготовила совместно с магазином Пластифима. Пластифима – это магазин, специализирующийся на полимерной глине, дополнительных материалах и необходимых инструментах для работы с ней. В призовой набор входит глянцевый лак и 5 цветов полимерной глины – белый, желтый, красный, синий и зеленый. Это базовые цвета, из которых вы можете смешать множество дополнительных. Призы я выбирала сама, специально для вас. А магазин Пластифима выступил спонсором этого розыгрыша и предоставил классные материалы для моих подписчиков. Что же нужно, чтобы принять участие? А условия участия просты. Первое. Быть моим подписчиком. Этот розыгрыш специально для вас. Неважно, когда именно вы подписались. Участвовать могут даже новые подписчики. Участвовать могут жители России и стран СНГ. Второе. Поделиться этим видео в любой социальной сети или блогах, где можно встраивать видео с YouTube и подписать, что вы участвуете в этом розыгрыше. Под каждым видео есть кнопка «Поделиться». Вы выбираете, в какой социальной сети хотите это сделать, на ваш выбор. Нажимаете кнопку, переходите и публикуете. Либо вы можете сделать это вручную в любой социальной сети, на своей страничке или в блогах. И когда все это сделаете, возвращайтесь сюда, под это видео на YouTube. И оставьте свой комментарий. В комментарии напишите ссылку на то место, где вы поделились этим видео. Так я узнаю, что вы выполнили условия конкурса. Не удаляйте свою запись в течение всего розыгрыша. Розыгрыш будет через неделю. Комментарии, участвующие в розыгрыше, можно оставлять до 19 августа включительно. И уже после мы подведем итоги. А через неделю случайным выбором будут определены 3 победителя, которые получат эти замечательные наборы. Большое спасибо магазину Пластифима за предоставленные призы. Призы я буду отправлять лично, поэтому каждому победителю достанется еще и небольшой сюрприз, сделанный моими руками. Наборы уже собраны, осталось только вписать имена победителей в почтовые конверты. Желаю вам всем успехов, вдохновения, хорошего настроения и просто всего самого наилучшего. До новой встречи!